Установка предпочтений и свойств проекта. В данном уроке мы научимся редактировать и настраивать такие параметры проекта, как размещение файлов, длительность переходов изображения, автосохранение. На любом этапе данные настройки могут быть изменены. Желательно устанавливать свойства проекта идентичными добавляемому видео. Открываем параметры предпочтения. Рассмотрим основные элементы. Вкладка «Общие». Галочка рядом с графой «Отмена» означает, что вы можете отменять проделанную работу. Уровни – это количество возвратов к предыдущим действиям. Рабочая папка – расположение сохраняемых объектов. Поставим галочку автоматического сохранения и установим удобный интервал, например, 10 минут, в этой же вкладке можно менять цвет фона окна воспроизведения. Рассмотрим настройки программы для режима редактирования во вкладке Монтаж. Изменим качество разрешения. Установим его на наилучшее. Установим длительность проигрывания статичных изображений. 2 секунды. Изменим разрешение изображения по размеру проекта. Это очень удобная функция, когда создается масштабный фильм, а его элементы разные по размеру. Нарастание в начале и затухание в конце громкости аудиоклипа можно установить в разделе ⁇ Звук ⁇ Если вы создаете экспресс-фильм, можно установить галочку для автоматического микширования звука при наложении файлов в одной звуковой дорожке. Изменим эффект перехода на 3 секунды. Обратите внимание, для создания экспресс-фильма можно установить галочку автоматического добавления эффекта перехода. Элементы вкладки «Захват» используются для установки свойств импорта. Вкладка «Производительность» необходима для редактирования HD-видео. Прокси-файлы облегчают работу компьютера и предохраняют ваш проект от зависания. Можно поменять папку сохранения данных файлов. Вкладка «Макет пользовательского интерфейса» содержит установленные варианты настройки рабочей области. Для описания проекта откроем окно «Параметры. Свойства проекта». В данном окне мы можем добавить тему, описание проекта и имя файла, в котором он будет сохранен.